Мы в детском садике уже 2,5 года. Очень им довольны, потому что детский садик предлагает нам очень много возможностей. Есть дополнительные курсы, курсы музыки, курсы танцев, плавание на коньки также. Для нас основным пунктом было знание английского языка. Наша дочка уже разговаривает свободно на английском, на немецком языках. И еще дополнительное знание религии. Здесь предполагается не только католицизм, а также просто основа, что есть Бог, и мы за Него должны отвечать и Его благодарить за все. В первую очередь для нас важно знание английского языка. Ребенок спокойно говорит на двух языках, на немецком и на английском. Религиозное образование тоже для нас очень важно. И также очень легко, что дети ходят на многие курсы дополнительные. На плавание, на катание фигурное. Очень много ходят по музеям и в театры. И мы очень довольны этим. С момента, как наша дочь пошла в этот детский садик, она стала более открытой и разговорчивой. Для нас это большое достижение, потому что дома она может общаться только с папой или со мной.